10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Другой ногой пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Встали. Встали в шпагат. Встали в шпагат. Встали в шпагат. Пошли, 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 стоим, 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 стоим уже, стоим. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Сели, колени разминаем. Так. Олеся, нет. А где ваша эта? Она же в школу не пришла. Что, не было в школе? Нет, сегодня нет. Не знаю, сегодня не пришла. Вчера, да. Так, значит, надо просто не уйти. И, так, Кристиан и Артем. Сегодня я сказала, что сегодня у нас тренировка. Нам сказали, я знаю, но не пришел. Молодец. Да, бить будем. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Все встали, все встали. Пошли с такого туда. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вон. Пошли, пошли, вон. Двое. Сели на колени. Пошли, падаем вперед. 12 раз. Пошли. Уно. Двое. Три. Патро. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ноу. Зинчи. Высокий партер. Перекаты, стенгодрябка. Пошли, уно. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шаса. Шапта. Оп. Ноу. Дети. Хорошо. Так, мальчики сюда, девочки сюда. Мальчики сюда вообще. Мальчики сюда. Значит так, девочки, сняли пояса. Пояса сняли. Сняли пояс. Значит так, берем пояс. Складываем пополам. Потом еще раз складываем пополам. Понятно, да? Да. Бегаете за мальчиками, бьете их по спине. Итак, прыгаем на двух ногах. Становимся. Михаила, Жасмина, Андрея. Три человека. А потом пойдет
Сейчас вы прям становитесь, пожалуйста, Алиночка, сядь туда, либо сюда. Нет, много очень много. Прыгаем на двух ногах. Встали. Без кувырков, без падений. Вы убегаете, они это потоже. Четыре. А они бьют вас. Отсюда. Спасибо. Купи. Бей сильней. По спине, по лицу не бейте, бей, вдыхай, вдыхай. А ты, три девочки ушли, бегающие. Готовы? Да. Дальше. Пошли. Uno, dos, tres. Стоп, стоп. Смотрите. Вот его и его. Стоп. Его. Один, если ты ударил его один раз, второй раз уже не бьешь. А их двоих два раза ударила и не бьешь. Дальше. Пошли. Давайте, давайте, сильнее, сильнее. Убегай, убегай. Мате, следующий девочек. Еще по одному разу. Хаджи. Сильнее его. По лицу бьешь, на двух ногах бегаешь, еще бьешь по шее. Смотри, следующие девочки. Аджи. Один раз только. Стопу второй раз убить. Матер. Так, девочки, одели пояса. Алеша и Григорий, снимайте пояса. Девочки на середину. Сейчас мальчики вас будут. Надо, надо. Я еще покажу, где надо, чтобы они сидеть не могли. Нам будем бегать. Алеша, сюда. Григорий, Лилу, Паш. Девочки, выше, выше. Что вы стоите? Там буква. Одну ударили, но не очень сильно. Потом другую. Что, готовы? Нет. Так, вы прыгаете или на одной ноге, или на двух ногах. Готов? Да. Хаджи. Да-да-да. Мальчики одели пояса. Девочки, садите сюда, пожалуйста. Смотри, можешь сюда? Значит, смотри. Есть такой прием, называется зацеп с тобой. У нас есть два вида, аптечки и зацеп. Давай.
смотрите внимательно. Значит, если у противника нога стоит впереди, вот так вот стоит. Все хорошо. Я еще раз спрашиваю, что я не делал замечать? То есть веселье как бы, где же кажется? Это дома, да. Так, значит, еще раз посмотрите. Я стою и смотрю. У Андрея торчит нога. То есть он сделал шаг вперед. Ага, хорошо. Я буду тогда делать ему прием. Какой прием? Называется зацеп стопой. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. То есть ты пришел позже. Позже здоровый. Ты должен, вообще должен уже здесь приходить, чтобы тренер говорит быстренько, пришел, раз, раз. Если ты бы сейчас был в армии, ты бы два дня картошку чистил в итоге. То, что ты опоздал, тебя бы чего бы я знаю. Но когда ты уже опоздал, ты идешь спокойно и не мешать. Значит, еще раз, что мы делаем? Вот мы держим запас. Посмотрите, видите нога. Вот она нога. Вот эту ногу будем атаковать. Как? Зацепом. Я становлюсь боком. Толкаю его. Раз, два. Видите, его нога поднялась. Раз. Делаю зацеп, убираю чуть-чуть ногу. Раз, нога. Зацеп такой. Еще раз. Смотрим. Нога. Ага, впереди нога. Что я делаю? Я подставил рядышком становлюсь. Потому что если далеко, тяжело сделать. Поближе стал. Теперь его толкаю. Толкаю чуть-чуть. Видите, у него нога освободилась. То есть я что делаю? Цепляю, как чуть-чуть. Раз. Чуть-чуть убираю и нагружаю. Оп. Бывает так, что вы взяли захват. Взяли захват. Вот так. Значит, еще раз, посмотрите. Взяли захват. Что мы делаем? Шаг назад. Шаг назад, смотрите. Раз, у него нога впереди. Олеся, стой. Андрей, сядь, красиво, что ты? Разворачиваюсь. Опять толкаю. Раз, два. Смотрите, раз толкнул. Ножку убрал, оп, и надушил. Еще раз. Не двумя руками берем, а одной. Еще раз. Я взял. Он берет сразу ответный захват. Или локоть, или отворот. Локоть, наверное. Столько фантазии. Опять. Сделал шаг назад. Покинул. Хоп. Вот он встал. Подошел. Толкнул чуть-чуть. Убрал ножку и нагрузил. Еще раз, пожалуйста. Взял правую руку. Ответ. Дальше что? Для того, чтобы ничего не делать, поставь ножку сразу вперед. Вот, поставил ногу. Раз, толкнул, зацепил и сделал бросок. Оп, и сделал бросок. Вопросы? Нет. Нету. Все, Андрей. Смотри, скажи, что следующий тур? Максим, так, если. Хорошо? Так. Да. Спрашиваю. Да. Встали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, да. Да. Короче, работаем, да? Вика делает. Вы вдвоем. Вы работаете. Под столом вы работаете. Вика, вы здесь. Идите сюда вдвоем. Да, вы вот здесь работаете. Андрей. Да, мы будем в том работать. Канат, банки. Нет, вы знаете, что сделать? Идите сюда, я вам сейчас скажу. Что, вес гоняешь? Да ты уже растешь, ты что, маленький пацан, что? 4 килограмма, 4. Что, ты ровно пытаешься, что ли?